самый большой набор Лего Ниндзяго тайный запретного кружится. И это будет мой самый, наверное, ну, не знаю, любимый, нелюбимый, но точно большой. Запретную кружицу, кола. Так. Спиру змеи, самое главное. И свиток запретного кружицу. Это такой большой командный пункт, в котором они ездят по пустыням, чтобы найти какую-то древнюю пирамиду. И смотрите, тут вот на заднем плане изображены пирамиды. А тут вот горящий Ниндзяго Сити. Ребята, вон смотрите, там целая армия огненных змей. Да. Да, тоже нападает, гонится или еще нападает на райский уголок. Вот такая команда. Ну, чем мне нравятся большие наборы, что в них ходит много-много... прикольных мини-фигур. Меня Тимка научил, что самое главное — это мини-фигурки. Вул, новый, Ния. Джей с мечами, Кай с мечом, Кол в кружицу, ФС, в запретном кружицу, да, ФС, да? Кружицу, Аспира. Дальше, Чар. Чар. Пирослайер. Пирослайер и Пироразрушитель. Тут вот показывают, что есть такая вращающаяся штука, угу, от которой бегут все змеи. Еще здесь есть такая вот бибика! Маленький, да, джип какой-то гоночный. Еще тут показывают, что если крутить вот эту штуку, то могут поворачиваться колеса. Ты крутишь вот этот вот двигатель, и колеса поворачиваются либо туда, либо туда. Если убрать корабль, то можно увидеть, что там поднимается эта запасная пушка. Ну, чтобы стрелять по змеям. И внутренняя часть райского уголка. Я тоже в кадре. Так. Поставки для оружия ниндзя. Пирослайер против колы запретного кружицу. Ну что? Пора открывать? Да. Уже заждались. Давай скорее. Седьмой пакет. Пятый пакет. Синий пакет. Обратите внимание, в наличии розового кубика. Всякая такая ерунда для корабля и машины. Шестой пакет. Ух ты! Ух, колеса! Ты, я нашел запретную кружицу! Да, я нашел запретную кружицу. Четвертый пакет. Есть. Первый пакет. Огроменные струсы. Тут есть наклейки и три запретных свитка. Ребят, это смотрите, какая красота! Да. Вообще круть, ребят! Конечно. Этот парень опять здесь, да господи, нет, без него нигде! Третий пакет поменьше. И последний. Восьмой пакет! То есть пакетов все-таки 8. Ребята, это же полза! 11 ли пакетов, да, получается, чуть ли общей кучи? Да. Ребят, начнем с запретного кружиться. Это свитки. Свитки? Угу. То есть они вот так вот выглядят? Да. Существует 3 свитка запретного кружиться. Да, но надо найти всего лишь 2 флага. Почему? Потому что мастер Вур знает, где первый. Следующие — это наклейки. Да. Они тут, их тут немного для такого большого набора. Огроменная. Огроменная инструкция. Открываем. Ну, опять парень, ну что ты? Ну, даже не будем смотреть. Саму запретную кружицу. И если вы приглядитесь, то она, немного сверкает. Ребята, она как-то невероятно блестит. Круто. Красота. Ну что скажешь? Там внутри специальное место для того, чтобы ставить человечка, да? Я правильно понимаю? Кола. Да. Мы начнем с кола. А, да что за... Майнгад. Правда, грустно.
То есть без кола крутится очень даже хорошо. Правильно я понимаю? А с колом как-то не очень. Все, я не буду пытаться, давайте лучше посмотрим колы. Ну, насколько я понимаю, это наш второй кол. Да. Первый кол был простой. В мотоцикле кола. Да. Он был простой. А это кол с запретным кружицем. У него главное отличие — это вот в маске, которая надета у него на голове. Я правильно понимаю? Огненная маска. Вот такой со спины. Вот два кола. Они смотрят на нас своими добрыми глазами. Что касается костюмов, я считаю, что они похожи. Да, они одинаковые. Они одинаковые, да? Ребят, смотрите сами. Так, ну что, ребят, смотрим их со спины. Вот они, ложки-вилки, то есть карабины оранжевые. Ну, то есть все осталось как было. Ну и головы у них тоже, я так понимаю, одинаковые, да, Тимка? Да. Ну, правда, я им поменяла. У этого злой, а у этого добрый. Угу. Это такой вот кол. Угу. Будем переходить к следующей фигурке. Да, это у нас был кол. Теперь мы перейдем к пироразрушителю. Ну, с пироразрушителем мы знакомы. Правильно, Тим? Да. Мы посмотрели уже его меч. Да, вот этот египетский меч. Египетский. Этот его замечательный щит. Горящие такие, горящие шеи, такие у него хвосты пламени, и такие пламени прямо торчат. Пироразрушитель — это такая популярная фигурка. Он в серии Лего Ниндзяго. Запретная кружица будет появляться несколько раз. Четыре раза? Да. То есть это одна из самых популярных фигурок, да, змей? Ничего себе, 4 раза, это достаточно много. То есть 4 набора, да, он входит? Да. Вот такая у него красивая голова. Наплечники в виде змей. Но зато теперь видно его тело, да, вот такое. В горячих бинтах таких. Правильно ли я понимаю, брони, что у Пира Слайера просто нет брони? Да. А так он точно такой же? Просто, да. Если я возьму просто вот так, да, вот, да, голову, да, 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 пироразрушителя, да, приделаю к голове, то есть это получается без брони, то у нас будет пирослайер. Хотя на самом деле он идет только в четвертом пакете. Правильно, Тим? Да. Смешно. Ну вот, вот так вот. Ну что, красивый, красивый фигур. Ух ты! Это фигурка, которая у меня не было еще. Он называется Чар. Пока, к сожалению, о нем очень мало что известно, да? Может быть, все-таки это и она, неизвестно. Единственное, что написано, что здесь вот на... Это генерал, да, какой-то? На его теле написано «Огонь по-ниндзякски». Он из рода огненных змей. Вообще крутая фигурка, на самом деле. Посмотрите, голова просто безумно красивая. Как слились черное с оранжевым. Просто невероятная красота. Да, черный змея. Да. Вот такой хвост. Вообще красивый. Поворачиваем. На спине у него тоже какие-то иероглифы, да? Знаки какие-то. Еще у нее есть такая вот броня и посох. И на этом посохе наверху две змейки. Как будто выползают из этого посоха и освобождаются. И вот такие вот, такой вот наплечник, да? Давайте посмотрим его тоже поближе. Тут тоже нарисованы змеи. Но я понимаю, что этот элемент, он повторяется. И в пироразрушителе, да, точно такие же змеи. Взяли уже готовый элемент и просто его как бы здесь вот повторили. Нового Пайтера возьму. Из сезона Легаси, да? Мы же любим все сравнивать. И поставим его вот сюда. И чтобы ребят тоже посмотрели между ними разницу. Ну, они совсем не такие. Если только хвостами. Ну, хвостами-то, наверное, похожи, да? Переходим
следующему номеру нашей программы. Би-би! Да, в этом большом, огроменном, гигантском корабле и маленькая машинка. Она хоть и маленькая, но шустренькая и прикольная. И очень прикольно. Посмотрите, как леговцы сделали под углом, да, крепилку. Посмотрите, вообще здорово придумано. То есть она, получается, вот крепится немножко под наклоном, из-за чего, получается, очень эффектно выглядят вот эти крылья у нее, да, Эли? Да. Угу. И переходим. Ребят, пока мы тут смотрели, оказывается, Тимка уже все собрал. Да. Здесь вот есть одна функция. Если вертеть вот эту вот штуку, то будут двигаться колеса. То есть Тимка двигает. Ну что, круть. Да. Ну как это они сделали реализовать? Давай посмотрим поближе. Ух ты, какая сложная конструкция. Ребят, смотрите. Это вот надо было специально построить такие вот две штуки. Так. И вот надо было построить такую длинную колбасу. И на этой колбасе есть две такие штуки, одна такая небольшая. Какие-то переходника, кронштейны, да. И что такое. Одна такая штука, а другая такая. И эти колбаски ставятся вот сюда вот. Ну, вот без этих элементов, вот посмотрите, ребят, ничего бы не работало. То есть это какая-то качелька получается, видите? Тоже непростая. То есть качель с рычагом, которая как в настоящих машинах, мне такое впечатление, что они сделали. То есть вот мы, Тимка крутит вот за это, они двигаются вправо-влево, и, соответственно, все эти элементы вращаются. Вообще круть. Круть, Тимох. Вот я наставил на нашу старую часть вот такую вот пол поставил. На основу, получается, на раму Тимка надел пол, да. И получилась вот такая вот конструкция. Здесь есть тайное место для специальное место для машины, то есть очень похоже, что Тимка прав. Что это будет? Колеса? Да, они будут ставиться колесики. Ну я вам скажу, что это какое-то супер крепление, да? Они могут крутиться. Ага, класс. И прочно сидят, да? То есть их ни за что не отрывают. Они вообще как вкопанные. Тут же есть какие-то красные штуки. Они для сюрикенов, я правильно понимаю? Да, с помощью этих сюрикенов можно резать змеиный кусочек. Ну и вот такой вот красивый прорисовался бампер. Давайте начнем, по-моему, прикольный. Это одна из прикольнейших фигурок в этом наборе. Это у нас диджей. И тут вот у него есть знак молнии, и под знаком молнии смайлик. Ой, леговцы прикололись, молодцы, да, ребята. Отожгли по полной программе. Да. Сзади такие ремни, как будто бы у него за спиной какой-то парашют, как будто он собрался прыгать. У него есть броня. Складка. Ну, на самом деле мы этот персонаж полюбили после этого самого истребителя штурмового, да, Джея. И после смайлика. Такая вот маска. Причем я вам раскрою тайну, ребят. Я знаю, что это за иероглифы. Это имена. Первые буквы имен ниндзя. Ну, по-английски, естественно, в английском написании. Ну, если мы сравним его с Джеем из предыдущего сезона, да, Legacy, то мы увидим, что ноги-то у него разного цвета. Тимка, видишь, да? Ну, тоже, конечно, было прикольно, что у этих тоже были иероглифы, правда, на спине нарисованы, но тоже были свои знаки, что-то означающие, да? Ну, все, теперь отличия видны хорошо. Старого и нового костюма. В принципе, я так понимаю, можно переходить к следующему герою. Следующей героиней будет у нас Мия. Посмотрите, какой у нее тоже красивый иероглиф на груди. Да. Такие пояса красивые. Ну, очень красивый костюм. Но вот не из-за спины. Ну что, надевай ей голову.
Ну вот мне в этом сером стальном костюме кажется более знакомой, чем вот фиолетовую, в котором она обычно ходит. Ну вот они с копьем, по полной форме одета. И вот такое с драконами, обратите внимание, да? То есть у нас меч был с драконами, и копье с драконами. Mm-hmm. Такое копье, вот такой катан у нее за спиной. Такое радостное, типа мы победили, ура, ура, ура. Иероглиф на голове означает букву Н английскую, слово НЕ. Скажу только, что говорю всегда. Очень красиво. А ты как, Тимка, считаешь? Очень прикольно. Очень прикольно. Ладно, кто у нас еще ходит в этот набор, в этот пакет? Кай. Кайя мы уже рассматривали в предыдущем наборе. Раллийный мотоцикл Кова. Раллийный мотоцикл Кова. Ну, чтобы вам было совсем понятно, вот он рядом, Тимка его поставил. Такие ноги. Все абсолютно один в один сделано. Фигурки в одной серии одинаковые, да, Тимоха? Да. Вот знак у него огня. Но этот Кай без меча. Или как он сражается? Без чего? Этот Кай с мечом. Да. Тут есть две такие оружия, с которых все спрятано. Там есть все оружие. Там. Вот это да. Короче так. В этой хранится копье Нии. Угу. Меч Кая. И не знаю даже, как это назвать. Ну, клинок какой-нибудь, наверное, да? Ну да, клинок. Вот это одна складка. И вот это вот вторая. В этой складке хранится нунчаки Джея. Угу. Вот я построил внутреннюю часть этой, не знаю даже как назвать, этого... Машины, этой, наверное, вездехода. Этой машины корабля Ниндзя. Здесь вот есть два сиденья, чтобы управлять, наверное, этим джипом, вездеходом, да, кораблем. Да, здесь вот поставлен руль. Вот так вот они сидят и рулят этим кораблем. Ребят, ну вот сами смотрите, видите? То есть коврик. Прямо коврик мне напоминает Хаммара Джитсу. Да. Помнишь? Да. Я тебе задам вопрос, хотя уже, наверное, догадываюсь, что это за ответ будет. Смотрите, это... ребят. Игровой. Автомат. В общем, туда можно поставить мини-фигурку, и чтобы она там играла. И он. Кай такой, наверное, рубится. Ну, давай покажу ребятам поближе. Вот такой игровой автомат. Что там за игру они играют, я не знаю. Но что-то, наверное, как говорит Тимка, с ниндзя связано, да? Так. Я собрал такую большую штуку. Ребята, палубу. Первое, что мне пришло в ум, когда я увидел... Слово «Ух ты! Ух ты! Вообще круто!» Да, здесь вот есть лестники, чтобы подниматься наверх. Ага. И здесь надо будет еще что-нибудь. Ну, здесь будет поднимающаяся крыша. А пока смотрим так. Смотрите, какая красота! Ну, даже сложно представить, что это автомобиль. Это действительно больше похоже на корабль. Ребята! Вы слышите меня? Помашите мне рукой. Да, мы тебя слышим. Смотри, они оттуда рулят. Круто. Такие фонарики. Очень эффектно. Очень эффектно, прямо скажем так. То есть получается, что вот эта часть корабля, она как бы прозрачная. И из-за этого получается, что они могут видеть дорогу. Круто. Особенно в сочетании с таким вот бампером. Это просто монстр какой-то получается. Корабль пустыни, да? Да. Так. Музыка фильм, там в машине жил монстр, да? Монстр-трак, да, помню, да. Давайте заглянем чуть-чуть в кабину, вот так. Это такая вот каюта, угу. И здесь вот рулят. Выглядит довольно уютно. По-настоящему вот уютно выглядит. Такой огромный монстр на тебя наедет, ты прям вообще в порошок сотрешься. Настоящий.
красивое такое, не знаю, как сказать, это окно или не окно, что это такое? Или это просто... Это забор. Забор какой-то, да, какие-то? Да. Очень красиво сделано. И вот эти вот, как на корабле, Тарс Бы точно так же сделано. Подвески такие. Подвески. Фонарики, да. Фонарики. Слушай, а вот это что такое, Тимка, вот эти элементы сбоку стоят, это типа рессоры, да, получается? Ну, как да. Бы? Типа рессоры, да, которые поддерживают да. Колеса. Да. Амортизаторы такие, да? Да. Хорошо. Вот. Смотрите сами, ребят, пока корабль не собран, где еще такое увидишь? Да. Давайте хорошо. Же начнем со строгого наставника ниндзя. Хорошо, ты его назвал строгим наставником ниндзя, да, так и есть. Сенсея Ву. Давайте посмотрим его со спины, пока мы на него ничего надели. О, я узнаю этого дракона. Да. Смотрите, какой дракон. Вот так вот выглядит костюм. Такое кимоно, желтые руки, пояс малинового цвета. Давайте посмотрим его лицо просто. Вот такое вот оно у него лицо. Сзади у него есть косичка. Косичка, да, очень да. Интересная. Вот это эфирно. Я такую и косичку. Наконец-то у Сенсея Ву появились волосы. Угу. А что, раньше не было? Да, раньше было. У него такое молодое лицо, только у него есть борода на лице. И вот так вот он выглядит. Впервые у Сенсея Ву появился плащ, ребята. Подожди. Не может быть. Да. Не. Сенсея Ву никогда не было плаща. Не верю. Не может быть. Серьезно? Ты шутишь? Серьезно, впервые. И как отмечают ребята, у него совсем другой цвет шляпы в этом сезоне, да? Да. В этом сезоне его как бы... В этом сезоне его... Он возьмет запретную кружицу и типа станет злым и будет сражаться сам. Поглотили силы зла, да, его получается в этом сезоне? Ну, типа того. Слушай, ну у него накидка какая-то тоже необычная. Она такое да, впечатление, нет. Что она как будто бы меховая. Да? Да, она и меховая есть. Потрогай, но, она но, ощущением она такая... как будто мех, да, какой-то, ребят? Да, у Джейн Эрсо была такая же. Именно такая, да? Да. Вот такой вот Сенсея Ву. Такой вот он уже старенький. А как ты видишь, Тимоха, что он постарел-то? Ну, то, что у него вот тут вот появилось немного бороды, а у этого его еще нету. Ты шутишь? Да. Если приглядеться, то тут вот есть борода, а тут ее нет. Ничего себе. То есть на лице ты имеешь в виду нарисована борода, да? Здесь да. Ее нету, а здесь она есть. Да. Обратили внимание? Поэтому Тимка и говорит, что постарел. И здесь очень хорошо видно цвет его шляпы изменился, да? Другой стал. Здесь он такой более кремовый, а здесь такой более такой... Темный. Да. Как будто по него шляпа уже засохла. С ним мы разобрались. Да. Следующей фигуркой будет... Пира Слайер. Ну, я про него, наверное, хочу сказать, что он вторичный, да, Тимок? Но у него все-таки... Можно было взять просто пиру разрушителя, убрать у него броню, и будет тебе пира Слайер. Ну, у него другой меч в руках, правильно я понимаю? Да, у него даже какой-то посох есть. Ну, это, видимо, такие воины, стандартные воины армии, да? То есть один из них только как бы более высокой должности, чем другой. Но, в принципе, вот они похожи. Ну, не будем подробно останавливаться, да? Потому что, я так понимаю, мы уже посмотрели. Да. Какие же разрушители. Да. И сейчас самое уникальное. Главное. Самая главная фигурка. Это... Асфира, королева змей. Ну, вот это эффектная как бы змея. Асфира, королева. Смотрите, в руках у нее запретная кружица, свиток запретного кружицу. Я правильно понимаю, Тимо? Да. Так как эти змеи хотят изучить эту редкое, ну, это древнее мастерство быть запретным кружицей. Ну вот, смотрите, вот он, свиток запретного кружицу, вот она, сфера, как я вижу, что у нее нет ног. Да, ну, понятно. У нее только
ужасная масса. Да. Ну, в общем-то, глупо говорить, что у змеи должны быть ноги. Но, у нее хвост. Но, как мы с тобой только что наблюдали, у некоторых из них есть хвост, у некоторых из них есть ноги, а у этой нет ни хвоста, ни ног. А какая-то красная масса. Ну, кстати, такая вот красная масса была у дементоров из серии «Гарри Поттер». Именно такая, да? Да, и еще была у призраков в серии «Ниндзяго». Ну, мне сразу хочется спросить твое мнение. Как тебе змея? Она, это змея, она такая единственная, и она немного золотая даже. Угу. У нее броня, и голова, и тело, все золотое. Ну, мне кажется, она просто уникальная какая-то змея. Такой фигурки. Да, но всего две такие змеи, по-моему, выходило из бега. Ну, в двух наборах, да, ты имеешь в виду? Это огненная змея. Угу. И вот этот вот наш набор. Итак, давайте на нее посмотрим. Итак, вот у нее есть, как у какой-то египетской царицы, ну, всякие такие ожерелья. По-моему, это какая-то египетская царица, которая стала огненной царицей. Мне кажется, очень Кинга правильно говорит, действительно. У нее прямо такие египетские украшения, прямо как будто бы вот она вот царица Египта. Да. Точно. И опять-таки очень-очень красиво нарисовано. Причем ноги тоже сделаны, ребят, смотрите, как изящно. То есть, с одной стороны, они как бы желто-оранжевые, да? Вмешано желто-оранжевое что-то, а с другой стороны, они как бы просто оранжевые, прозрачные. Да. Ну, просто уникальная фигурка невероятной красоты. Вот Тимка надел на нее наплечники, да, посмотрите, как это красиво. И сейчас мы надеем на нее голову. У нее голова такая тоже с огнем немного. Ну, даже я бы сказал, много с огнем. Глаза тоже сделаны, я понимаю, из другого элемента. Глаза оранжевые, рот тоже оранжевый. И рот тоже оранжевый, да? Да. Угу. Ну что ж, вот такая героиня. Асфир. Итак, давайте посмотрим на этот корабль. Так, ну я чувствую, здесь какие-то есть тайны. Опа! Здесь есть тайная пушка. Как я вам говорил, здесь будет стоять корабль. Угу. Когда он будет улетать. Палуба. А, корабль. Да, когда он будет улетать, оттуда будет доставаться пушка, и с нее будут стрелять ниндзя. То есть она умеет и поворачиваться одновременно, и подниматься. Ну-ка, давай еще раз вот механизм поднятия. Здесь вот есть специальная штука, которая крутится. Ну-ка, дай-ка я покручу. О, только она тяжело крутится. Тяжело. Выходит пушки такая. А я вам, ребят, хочу обратить внимание, что вы заметили, вот этот вездеход скрылся уже, его не видно. То есть да. Тимка каким-то образом его уже прикрыл. Да. И, в общем, он так вот остается такой маленький, в такой махине. То есть, ребят, вот он наконец-то стал действительно заезжать, выезжать. И мы сейчас прямо сможем посмотреть, как он там крепится. Он там не крепится. Ага. Там есть специальная такая вот ограничитель, чтобы он не въезжал в пушку. То есть вот оно, это подставка, получается гараж для него, да, такой? Ну-ка давай еще, Тимох, его туда загони-ка. Ну-ка, газуй. Заехал, закрыли, и все готово. Тут опять-таки неизвестно, откуда появились мечи и косы. Видим два гигантских сюрикена. Два гигантских золотых сюрикена. Вот, ребят, смотрите. Диски, огромные диски. Так, вот я собрал такую махину. Ребят, ну это иначе. Она как уже выглядит внушительно. Ну это как махина, ты действительно и не назовешь иначе. Да. Я поставил сюда колеса. Причем, обратите внимание, это колесо больше, чем это, да, Димок? Да. Смотрите, оно как. Вау! Круто! Смотри! Здесь есть сюрикены, которые при езде машины двигаются. Ага. Если их поднять и поехать, то они не будут крутиться. Ага.
То есть они вращаются из-за того, что там снизу у них есть колесо. А я-то думаю, каким образом вращение передается на это? Класс! То есть вот смотрите, мы смотрим на... То есть колесо едет, и из-за этого и происходит вращение. Здесь вот есть еще такая мачта. Ух ты, паруса-то я не заметил. Класс! Красивый парус. Ну, красиво. Цветочек вырос тут. Смотрите, какую мачту Тимка сделал. Тут еще есть пушка, чтобы стрелять по врагу. Классно. А также вот это поднимается, и мы там можем видеть внутреннюю часть. Ясно. Появились наклейки, ребят, смотрите. Райский уголок. Вот видите, колеса одинаковые, да? Но набор-то сам по себе, конечно... Малявка. 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 Монстр. Малявка. Малявка. Монстр. Монстр. Да. Колеса мне очень понравились у Байкакола. И здесь тоже нравится, потому что они очень оригинальные, да, Тимок? Пушка. Ну-ка, давай-ка, наведи-ка на меня ее. Огонь! И сзади получилась вот такая вот интересная ручка, которой можно поворачивать колеса. Вот такая вот ручка, как будто бы сопло какого-то ракетного двигателя, да? А специально вот есть через шестерен... Ух ты! Тяжело крутятся. Смотрите, я поворачиваю, и колеса пошли в движение. Вот я собрал из нового пакета такую вот штуку. Это можно назвать какой-то кабиной. Сюда вот можно посадить две мини-фигурки. Ну, например, Сенсейвую и... И они полетят. Ух ты! Вот она стоит. Приземлилась, потихоньку так. Это такой спасательный модуль ниндзя. Спасательный, думаешь, или атакующий? Атакующий модуль. Атакующий модуль ниндзя, да? Да. Ну что, мне кажется, выглядит неплохо. Да? Внутри там есть две сидушки для двух человек синего цвета, а также есть пульт управления этой капсулы ниндзя. Тут есть стекло. Вижу. Так. И самое интересное, это, наверное, вот эта вот все-таки конструкция шестеренок. Шестеренок-буренок, которые можно поворачивать. Да, тут много, очень много. Крутим за вот этот рычаг. Шестеренка крутит вот. Что делаешь? В другую сторону, нет? Ага, вот так, да? Да. А я чуть было не отломал. Так, смотрите, вот она вот так. Чик. Раз. Ох. Быстрее, давай-ка сам. А то я что-то вообще как бы не догоняю. Так. Раз, 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 раз. Ну что, здорово? Молодцы. Итак, вот наконец-то я собрал этот большой огроменный набор. Ребят, он действительно большой. Посмотрите, какой монстр получился. Ну, мы еще не посмотрели инструкцию и корабль. Давайте для начала посмотрим, что сам корабль, который получился. Давай. Итак, здесь появился большой парус, на котором мы запряжем сюрикен и тело дракона. Ребят, ну, я так понимаю, у нас паруса очень похожи на паруса, которые были раньше, да? Вот этот дракон, он начинается как бы здесь. Да, начинается вот так вот он, да, смотрите, и заканчивается вот здесь. Ну вот давайте сравним с тем, что у нас было раньше. Вот парус из Дара Судьбы, да? Да. Как он вам? Кажется похожим? А что скажете про звездочку, которая вот эта раньше была? Посмотрите.
Инка, покажи, ребята. Это знак сенсейву. Знак сенсейву. А теперь какой у нас знак? Сюрикен, который есть на наплечниках. Да, который есть на всех наплечниках. Да, то есть вот это получается символ этого сезона. Я правильно тебя понимаю? Да, вроде. Но стиль общий сохранился кораблей. Да, что корабль дара судьбы, что корабль вот этот Land Bounty. Да. Да? Неземная щедрость, или как это называется? Райский уголок. Уберем его. Тут вот появились двигатели. Двигатели, да, вижу по бокам. Ух ты, вот именно двигатели выходят, да, ребят? Да. Тимка, ну смотри, прикольно выглядит. Давай еще раз, только медленнее. То есть вот так вот берем. Так, выдвигаются красивые. Ой, красивые какие. А еще вот тут вот есть дополнительные двигатели. Снизу, да? А, вот эти вспышки, да, пламени? Вижу, да. Вижу. Или какие-то... Вот тут вот, ну, или это какие-то огоньки, я не знаю, общем, что это. Ну, это супербыстрый корабль. Так. Еще здесь вот есть штурвал, с помощью которого можно летать. Давайте покажу ребятам поближе. Смотрите, вот такой вот штурвал, с помощью которого рулит сенсей Ву. Ну, это точно уж рулит сенсей Ву, потому что он даже вон там на картинке он нарисован, да, ребят? По бокам укреплены два шутера. Так, вижу. Которые могут стрелять. Нормально. Так. Заряжает Тимка снова их. Так. И внизу он выглядит вот так. Как же зайти в эту кабину пилота? Хороший вопрос. Ух ты! Тут есть такие поднимающиеся штуки. Кто у нас туда сядет? Сенсейву такая. Сенсейву. Корабль едет. Потом стоп. Вот это достается. И смена человек, и смена людей. Ага. Класс. То есть он может вот так вот пристыковываться, и получается передвижная база, да, своего рода такая. Угу. Красиво. Все? Машина завершена? Да. Машина закончена? Супер машина. Ниндзя готова. Вот Тимка открывает тайную комнату, и оттуда выбирается ниндзя, чтобы вступить в бой. С пазушками. Да, с огненными змеями. С огненными гадюками. Ага, смотрите, куда его Тимка ставит. Вот прямо сюда, сбоку. Прямо под сюрикен, чтобы он мог их отбиваться от них. Прикольно. Действительно большой и красивый корабль. Ну, что ты скажешь? Что говоришь? Прикол, да. Я понимаю, что в этом наборе нет Зейна. Правильно, Тимка? В этом наборе нет Зейна и Ллойда. И Ллойда нет. Да. Вот какая незадача. Да. Да, набор большой-большой. А... Ну вот на самом деле в Даре Судьбы там были все герои, я правильно понимаю? Да. То есть там была вся команда, это было круто. Да, там не было ни одного злодея. Ага, ну тоже верно, да. Тоже верно. Там не было ни одного злодея. Ну давай, ставь корабль на стол, и мы сравним два дара судьбы. Земной дар и небесный. Да. Название, да, нам кажется, у них одинаковое. Да и по смыслу они как бы похожи получаются, да? Да. То есть даже по парусам, скажите, ребят, что и по парусам-то они тоже похожи. У них много, между прочим, тут общих фигур. Тут меняется только вот это и летает. Угу. А тут весь корабль летает. Ну, тоже верно. Зато корабль не умеет ездить по пескам. А здесь... Зачем ездить, когда можно просто полететь? Ну, тоже верно, да. Тоже верно. Зачем ездить, когда можно летать? Ну, то есть по размеру и по высоте корабль «Дар судьбы» все-таки больше этого набора, да, Тимох? То есть, но мы круче. Дар судьбы круче? Мы круче. А, вы круче. Чем этот дар судьбы? Он и выше, он и больше в размерах, но кому-то что-то нравится. Сейчас мы узнаем, что Тимке нравится. Круче. Тебе, Тимка, какой нравится? Одинаково. Одинаково, да? Да, у него прикольные. Оба прикольные. Давайте
Посмотрим инструкцию. Вообще худенькая инструкция. Всего каких-то 230 страничек. Абсолютно ничего. Так, открываем. Там мини-фигурки не строятся. Строим. В самой инструкции-то никаких изменений не произошло, да? Да. Показывают не стрелять. Ой, что можно стрелять, не стрелять. Вот это. Показывают, типа, поставьте эту штуку сюда. Показывают, что... Можно поставить и выставить квадроцикл. То, что у тебя должно получиться. Такая вот функция. Ну да, ну то есть что это? И сейчас... Давай. Вот этот пацан опять все нас заполонил. Опять он здесь, господи. Да. Не избавиться от него. Да, а сейчас бомбезно. Классно ведь, ребят, да? Ой, какая красотень! Да, только непонятно, что тут творит это Шурлё Зейна. И тут вот они сделали небольшую недоработку, ребят. Давай. Смотрите, вот тут вот ведь Зейн, да? Угу. И вот это тоже Зейн ведь. Зейн, у них тогда Зейна. Зейн раздвоился. Он же не робот. Может телепортироваться. Но он же робот, может раздвоиться. Ребят, точно два косяк у них тут. Да. И наборы этого месяца. Ух ты! Это внедорожник А4Б4, мотоцикл Кола, огненная кобра, вот этот вот райский уголок. Переходим на ледяную серию. Ледяную серию, да. Шурлёт Зейна, храм ледяного императора, путешествие Ллойда, Титан Ллойда. В общем, такой большой, прикольный и интересный райский уголок. Да, райский уголок. Да. Ну, мы хотели его очень купить, и вот он у нас есть. Да. Как у тебя настроение от этого? Поднялось немножко? Да, я радуюсь. Радуешься. Да. Впечатлительная конструкция. Ну что, на полку ее ставить, иначе развалится все на мелкие кусочки или как? Я уже ее поставила. И не трогать. Пускай пылится, как дар судьбы. Когда-нибудь он будет стоить не очень дорого. Я думаю, что он подешевеет достаточно скоро, да, до разумной цены. Ну, выберите его. Когда подешевеет, раза в два, да, Тимоха? Да, или в три. Или в три. Потому что мы его сейчас купили за 9. За 9500 рублей мы его взяли по максимальной цене. Он дорогой был. Ну что? Спасибо, Тимоха, за рассказ. Тяжело было собирать, наверное, много деталей, да? Да, будем прощаться, ребят. Все, всем пока. Пока, Тимох. Пока. Ну все, перед вами вся тайна Лего Ниндзяго лета 2019 года. Можно заканчивать обзор.